Итак, ребята, в 22-м курсе мы с вами заканчиваем лайки к ВКонтакте. Вы сами уже сделаете дизайн. Мы с вами добились того, что у нас пользователь может оценить запись, либо убрать лайк. И убирается фотография, либо опять поставить, и выводится фотография, кто лайкнул. Но уже дизайн сделайте сами. Также мы делали профиль с вами, делали создание, редактирование, удаление записи, в общем, много. Сейчас нам пора переходить к редису, к ленте новостей, к подписке, чтобы можно было подписаться на аккаунт и записи, на которые подписался, выводились в ленте у пользователя, на которого он подписался. В общем, все получится. В этом курсе я просто пояснил. Но опять же, прошу вас соблюдать рекомендации. Как я сказал, кто выполнял домашнее задание и вел два параллельных приложения, конечно, получит хороший результат, кто нет, тому будет сложнее. Поэтому все прописать ручками, я уже не хотел все это растягивать. Все получится, ребят. Да, для тех, кто начал с этого видео, начало изучения Django на сайте spb-tut.ru, ссылка в описании видео. Спасибо за доверие.